помониторю своей толстой жопой здесь. Я не очень доверяю своему союзному этому Турмсу, но выбора у меня немного. Ага. Так и запишем. Педофил стоит за углом. Чё, письки будешь мне тоже показывать? Мы тут как раз про письки. Ой-ой-ой. А я вечно эрогированный, когда смотрю на педофилов. Простите. Вот так сделаем. Здрасте. Вот почему я говорил про Турмсов, что я им не доверяю, потому что... В ответственный момент на них лучше не полагаться. И, конечно же, дымы говна, которые ни от чего тебя снизу не защищают. Конечно же, у него командир живой. А я уже здесь, брат. Вот так вот там. Дымы спасли. Ну и тот чувак, который меня не ожидал тут увидеть, хотя это странно, потому что я прям перед ним жопой водил полбоя. И точка... Да. Точка А в говне.